Итак, воскресная гонка, третий этап. Джиро продолжается на 229 километров Бершевы до Эйлата. Трасса на этот раз уже более-менее холмистая, но опять же к финишу идет на выполаживание и совсем уходит плоскач. С начала гонки сразу же отрываются три гонщика, постепенно разыгрывая потом между собой разного рода зачеты. По истечению 130 километров тройка также едет одна, а группа отстает от них на 4 минуты. Опять же, ближе к финишу их команды уже пелотона накатывают. И дальше опять же начинается построение поездов своих. Все пристально следят за Элли Вивиани, зная, насколько же он опасен. У Куикстепа сохраняется пару развозящих на финише. Опять же, Элли Вивиани находит себе попутчика, садится на хвост и на финише вырывает уже вторую победу. Элли Вивиани первое место. Вторым замыкает Саша Модула из команды Канондейл. И третий, опять же, Сэм Беннет из команды Бора Хансгрофт. Сэм Беннет помог Элли Вивиани более-менее оторваться от группы. Ну и Якоб Мареско, опять же, тоже недалеко, четвертое место. Ну и из катюшевцев Батис Планкарт, бельгиец, уже нам известный, восьмое место. Десятое, Жозе Гонсалвиш, португалец. Российский велогонщик Вячеслав Кузнецов, 18 место. Крис Фрум пока находится на том же самом месте, 30-м. Если по таблице посмотреть, по командным показателям, Катюша пока на первом месте. Далее идет Лотто Содаль и третий BMC Racing. Но это если брать время всех гонщиков данных команд. Таким образом, гонщики уходят на отдых один день, да, и 8 числа продолжат гонку. Опять же, все стартовавшие гонщики финишировали, все 175 падений не было, все благополучно.